А сьогодні в середу зі мною прокидається Андрій Кіше. Андрій, доброе утро! Привіт! О, ребята, привіт! Как класно проснуться в новой такой вообще сочной студии, Даша. Спасибо большое, что ты меня разбудила. Спасибо, да, что ты пришел и проснулся вместе со мной. Я знаю, у тебя есть сюрприз всем женщинам к 8 марта. Что это будет? Рассказывай. Специально для девушек я и мои друзья, мои партнеры устроили в интернет-пространстве на страницах одного интернет-журнала конкурс фотографий, победительница которого... На самом деле мы решили сделать так, чтобы их было несколько, но самое главное, победительница, она получит подарок, их два будет. Какие? Это будет платье, коллекция одного британского бренда и ужин с Кише в одном из лучших ресторанов города Киева. С Кише, это же с тобой. Да, вот. Ну и еще будет у нас подарок для девушки, которая, скажем так, займет, может быть, второе или третье место. Это будет подарок фотосессии, которая также будет опубликована на страницах этого интернет-журнала. Какие должны быть фотографии? Вот сейчас популярные фотографии, ты знаешь, или луки фотографируют свои, или сам себя, такой duckface. Что это должно быть? На самом деле мы не ставили каких-то ограничений, рамок, все происходит естественно. Вот то, что девушки считают нужным залить на страницу, то они и делают. Мы не ставим в рамках. Единственное, конечно, есть небольшой недостаток. Мы не можем позволить залить 3, 4, 5 фотографий. Поэтому наш конкурс еще длится. Он будет длиться до 5 марта. И всех, кто нас сейчас слышит, я обращаюсь с просьбой к девчонкам. Выбирайте самую лучшую фотографию, в которой видно ваше лицо, видно ваша фигура, я не знаю, которая несет какое-то настроение, которая, в конце концов, несет весну вот в наши мужские сердца. И еще из всего количества девчонок мы хотим выбрать 5 самых интересных, самых симпатичных, сексуальных, я не знаю, то есть девчонок открытых. Мы же видим их движение там, да, в контактах и т.д. и т.п. ссылки. Для того, чтобы в апреле месяце предложить им интересное участие в нашем новом клипе, в котором они выступят не только как героини, но еще и как сооператоры. Да ты что? То есть они будут сами себя снимать. А так, чтобы детально, это все можно узнать на моем сайте, зайти и увидеть все, что вам необходимо. Я думаю, сейчас можно прерваться или зайти на сайт Андрея Кише, либо же выпить чашечку кофе, либо позавтракать и просыпаться под хорошую музыку в Guten Morgen.